Машины третьего поколения, предназначенные для европейского рынка, будут серьезно отличаться от нынешних автомобилей. Предполагается, что новая Dacia Sandero, которая появится всего через год, окажется существенно крупнее нынешней модели и по размерам будет напоминать хэтчбеки Renault Megane или Ford Focus. При этом, несмотря на существенно возросшие габариты, Sandero останется представителем бюджетного сегмента. Для справки, длина нынешнего Sandero 4070 мм, а современные европейские хэтчбеки гольф-класса имеют около 4,3 метра длины. Как сообщает авторевью со ссылкой на Автобилд, автомобили нового семейства будут иметь бензиновые, дизельные и газовые двигатели, среди которых, скорее всего, появится турбомотор 1.3 TSI, совместно разработанный альянсом Renault, Nissan, Mitsubishi и концерном Daimler. Также ожидается, что следующее поколение Dacia Sandero станет заметно дороже нынешнего хэтчбека, ориентировочно от 8000 евро вместо сегодняшних 6990. При этом модель переедет на упрощенный вариант модульной платформы CMFB, в которую интегрирована современная электроника. Приведенная информация не означает, что такая же революция ждет Renault Sandero. Как предполагают СМИ, одноименные Renault сохранят платформу B0, однако будут иметь собственный дизайн. При этом вопрос габаритов пока открыт. Возможно, наши хэтчбеки останутся такими же компактными. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новости из Автомира.